то, что Киев... Юрий, принимаете меня здесь, система Киев, прием. Киев, Запорожье, принимаете? Запорожье, Киев. Да, Запорожье, принимаю, QRX, пожалуйста. Вот это он гонит, такая редкая связь, 500 километров, прикольно. Четвертый район, Москва, 140, QSY. Ой-ой-ой. Система Киев на приеме. Киев, Запорожье. Киев, Запорожье, 11:39. Сейчас, Саня, я Запорожье отпущу. Запорожье, добрый день. Рапорт при следующем включении. Здесь система Киев. Виталий, прием. Да, Виталий, очень редкие такие прохождения. Между нами сколько там, 500 километров. Это бывает редко. Редко принимаем друг друга. 5-9 с плюсами, Александр, Запорожье, QSL. Да, QSL, Александр. Так, остальные корреспонденты. Ну, вы же слышите, мы уже начали проводить связь. Ну, что вы сверху включаете? Что за жлобство такое? Не культурия какой-то. Александр, 120-й, правильно, да, я по зоне называю? Где-то 9 баллов принимаю в пиках. Хорошее качество, такой фирменный сигнал. Качественный. Виталий, нахожусь в Киеве, позывной система, прием. Да, Виталий, 11:39, позывной, или там УР-3, ККЦ, неважно, 11:39. Да, здесь квадрат в горизонте, 100 ватт, СВ-2011 РДХ, наш коротковолновый трансивер. Виталий, какую антенну и мощность используете? Александр, 30 ватт, и антенна вертикальная, 3/4 лямбда, вектор 4000, прием. Обалдеть, классное прохождение. Кстати, Виталий, записываю сейчас наше QSO. Если будет интересно, посмотрите на себя, как вас слышно было. У меня канал в YouTube есть, да, называется UR3QQC, по-английски United Romeo 3 Queen Queen Charlie, как мой позывной. Так что, если хоть захотите, сегодня будет этот ролик, QSL. Так, QSL, а можно еще раз, ну, как позывной? United Romeo 3 UR3 QQC, Queen Queen Charlie, QQC, русская S, QSL. А, все, я уже нашел, да. QQC Николай, там, это ролики уже я нашел. Так. Николай, так, все, я нашел вас, Александр. И уже подписался, прием. Ну вы красавчик, спасибо. В общем, буквально, наверное, минут через 5-10 будет ролик на канале. Потому что связь очень редкая, Киев-Запорожье, 500 километров. Все, хорошо, спасибо большое за QSO и за новый ролик, так сказать, благодаря вам. Всем три, до побачення.